Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Сегодня будем солить, холодным копчением готовить, рыбка к пиву, минтай. Вот такой вот он. Небольшой, меленький, ну, само то. Сейчас мы его почистим, вот здесь внутри все надо почистить. Промоем и начнем солить. Брюшко разрезаем полностью. И все кишки, конечно же, убираем. Она еще подморожена. Черную пленочку обязательно убираем. Все это чистим. Разрезаем до хвоста, вдоль хребта. И вот здесь вдоль хребта пластуем, не прорезая шкуры. И разворачиваем. Вот это сейчас мы все вымоем, сюда кровь, все почистим. И приступим непосредственно к засолке. Почти готово. И так далее. Рыбка подморожена еще. Ну, так ее разделывать удобней. Ну все, почистили, промыли ее, пленочки черные убрали. Сейчас подготовим посолочек. Здесь у меня 200 кг. Я взвесил 200 кг. Так, посолочная смесь. 40 грамм соли на килограмм и 5 грамм сахара. Я уже здесь смешал все это дело. Паприка грамм 5-6 на килограмм. Перчик острый, жгучий. Грамм. Можно 1,5, кто любит поострее. И соус терияки, который мы готовили, у меня есть рецепт на канале. Буквально ложка полторы. Все это перемешиваем. В кашицу ее превращаем, все это дело. Берем тару. Укладываем шкуры вниз. И смазываем вот этой пастой. Посолочной. Так, слегка, не прям, чтобы там засолено, прям, чтобы засыпано было. Слегка просто все это смазываем. И так идем полностью. Всю рыбку укладываем. Всю эту подсолнечную смесь надо распределить на всю рыбу. Все, друзья, вот так отправляем в холодильник на 6 часов на просолку. Ну вот минтай просолился. Сейчас что мы делаем? Буквально быстренько, прям вот так чуть-чуть, прям холодной водой смываем специи. Они уже свое дело сделали, свой весь аромат отдали. Вставляем шпажки вот, так сказать, вот так вот, шпажку ставим. И повесим вялиться в ШВС. Малосольная вкусная рыбка к пиву. Ну вот такая вот она после промывки. Ну вот так вот рыбка у нас будет вялиться в ШВС. Это займет около 6 часов с периодичностью 2 часа. Ну, 2 часа обдув, час отдыха, 2 часа обдув, час отдыха и 2 часа обдув. Вот, завялим ее хорошенечко. Завялим, не высушим, а именно завялим. Ну и начнем коптить. Закоптим холодным копчением. И будет такая вот рыбка вкусная. Типа желтого полосатика, только копченого. Но вяленый, не сушеный, а вяленый. Ну вот мы и завялили рыбку, именно завяли, не засушили, она мягенькая, плотная, но мягенькая, вяленая. Ну сейчас мы ее подкоптим холодным копчением.
И все, и рыбка готова. Очень вкусная рыбка к пиву. Из недорогой рыбки сделать закуску, так сказать, к пиву. Вот так рыбка будет располагаться в коптильне. Другая еще рыбка у меня висит. Вот так мы ее будем коптить. Коптить будем в течение часа. Коптить будем на лихе. Дым пошел хорошо. Убавили температуру зольника. Включили холодное копчение. Как настоящий желтый полосатик. Но говорю, вяленая, не сушеная. Именно вяленая, она мягенькая. Все, мяско продавливается. Ну и, соответственно, проверяем, как обычно, все. Все расстояния между шипами, работу электростатики проверяем. Ну и начинаем коптить. Ну, прошел час копчения. Я уже все отключил. Уже прошло 10 минут, дым вышел. Так, более-менее, наверное, вышел. Открываем, смотрим. О, скумбрия золотая. И вот она, рыбка наша, к пиву. Мог еще присутствовать. Вот такая она золотистая. Сейчас дадим ей обдуть часа 3-4. Просто обдуется она. И будет достаточно. И все. И будем пробовать. Рыбка к пиву. Ну вот рыбка и готова. Отвиселась, отлежалась. Так сказать, напоминает желтый полосатик. Ничем не отличается. Только она больше. Желтый полосатик маленький, она больше. Эту палочку можно убирать. Чистится она замечательно, просто берется так вот и очищается. Вот шкура, на шкурке тоже остается тут. Вкусная рыбка к пиву. Меру остренькая, меру соленая. Я бы не сказал, что слабо соленая, но для пива, вот как сказать, вялена. Почти, если ее дальше сушить ее, то, соответственно, она будет прям сушена, прям как желтый полосатик в магазине продается. Если дальше сушить, то будет прям сушеный. А это именно вяленый. Он намного вкуснее, мне вяленая намного больше нравится, чем сушеная. Вот такая вот рыбка. Вкусная, под пиво. Само то. Всем приятного аппетита. Пользуйтесь рецептом. И до скорых встреч.